В Твери продолжаются работы по модернизации важнейшего для города объекта нитки водовода от Тверецкого водозабора до Дюкера Восточного моста. Реконструкция ведется по национальному проекту «Экология». Тему продолжит наш корреспондент. Этот водовод снабжает питьевой водой треть населения Твери. Он был введен в строй более 40 лет назад. Сейчас здесь необходима модернизация, чтобы обеспечить растущие потребности города. Эти ржавые трубы меняют на новые, пластиковые диаметром 80 миллиметров. Сейчас первый этап реконструкции близится к финалу. Первый этап практически близится к завершению. Остались буквально отдельные отрезки. Там, где необходимо пройти под Исаевским ручьем, под безымянной здесь канавой, где работы будут производиться наклонно-направленным бурением. А все работы открытым способом почти уже завершены. То есть трубопровод уже перешел через реку Тверца, прошел практически по всему берегу и уже выходит в районе проезда Кутузова. Понятно, что для производства работ и подвоза материалов необходимо использование тяжелой техники. Объездных путей здесь, к сожалению, не существует, во всяком случае, пригодных для проезда той техники, которая производит работы. Какие-то вездеходы, возможно, и могли бы проехать по полевым дорогам, но, к сожалению, это неприменимо для той техники, которая подвозит там трубы и стройматериалы на объект. Все подъездные пути к месту ремонта на данный момент в сохранном состоянии. Тем не менее, дороги в частном секторе в ближайшее время планируют подсыпать асфальтовой крошкой. Что касается дороги вдоль Тверцы, то грунтовое покрытие из-за обильных дождей и прохождение техники, конечно, размыто. Но условиями контракта предусмотрена обязанность подрядчика привести нарушенное благоустройство в надлежащее состояние.